Раньше так и дома. Спасибо. Все, что... Национальный исторический музей около месяца назад начал проводить такую акцию, которая получила название «Коробка добра». Мы попросили наших посетителей помочь собрать подарки для детей из Центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах. И вот на протяжении месяца, начиная с 9 декабря по 9 января, наши посетители собрали большое количество различных книг, канцтоваров, каких-то товаров для различных игрушек, да, материалов для творчества, которые сегодня мы привезли сюда. И вместе с вручением этих подарков мы еще решили немножечко детям рассказать про то, что такое музей, потому что многие из них, может быть, не были в нашем музее еще, и сделать с ними небольшую рождественскую куклу, ангелочка, чтобы каким-то образом их поддержать, и чтобы этот ангел их сопровождал в будущем. Например, была такая вот кукла. Вот такая. На что похожа? На малыша, правда? Типа бабки такая. Видите, бабушка такая, которая несет с собой какие-то мешочки. Зерновышка, от какого слова? Зерно. Там внутри зерно. Нам нужно было, вот собрали урожай осенью, и нужно было самые лучшие зерна урожая сохранить. Ее вешали над кроваткой. Да, ее вешали над кроваткой. Смотрите, видите, ручка общая? На самом деле у них все общее. У каждого из вас есть платочек, правда? Носовой платок, любой кусочек ткани, который у вас есть. И, например, либо принести какую-то такую мелочь, ручку, фломастеры, маленькую игрушку, носочки, варежки. Люди очень активно откликались, и мы собирали, в общем-то, называлось это у нас коробка добра, да, но собрали мы по итогу очень много всего, и мы надеемся, что детям это все пригодится, они будут рады получить такие уже построждественские, да, или новогодние подарки.